вас устроила вечернюю прогулку. Прогулка вечерняя по городу Храмтау. Сидеть дома, проводить время в интернете. Лучше, мои хорошие, прогуляться, получить удовольствие от теплого вечера, когда будет холодно, когда будет ветер, когда будет дождь и наступит холода. Конечно же, будем сидеть дома, в интернете. Наш любимый интернет. Сколько сидели на карантине в этом году. Да. Поэтому и лето прошло быстро, незаметно. Потому что большее время мы проводили дома. Вот наш начинается пол. Вот здесь вот еще у нас такой шахтерский пол. Специально покажу по листве, чтобы он был слышен. Как я иду по листикам, я иду по листикам. Я листья, листья, листья. Сейчас октябрь. Последние дни теплой осени. Наверное, это бабье лето. Я так думаю. Не знаю, потому что на улице
Через занятия вечерние. И уже выходят. Так, сколько время? 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7
Поехали домой. Собачники, слушайте, поехали домой. Сюда приезжают на машинах со своими собачками, выгуливают их здесь. И выезжают вечером. Наверное, живут где-то далеко. Вот они. Собачки культурные приезжают на прогулку на машинах. Представляете? Смотрите, мои хорошие. Дорожка. Не знаю, где это будет. Я не знаю, где это будет. Где смотреть-то? Свое интервью по телевизору будем смотреть.
Где будем смотреть? На каком канале? Thank you.
Это наш спортивный комплекс. Центральное кольцо. Тут сияет. Сияет. Та-ра-ра-ра. Тут занимаются мальчики, девочки, дяденьки, тетеньки, взрослые и маленькие, пожилые, пенсионеры. Дышите, дышите и наслаждайтесь теплым осенним вечером. Прекрасно, замечательно, ребята. Это так красиво. Замечательный вечер.
делают новый асфальт. Поэтому асфальту. Не знаю, как будет или нет. Мы прошлись. Мы прошлись по новому асфальту, друзья мои. Так что, благодаря мне, вы стали первыми из всех, кто проехал и прошел по этому замечательному новому асфальту. Вот так вот, мои дорогие. Как полезно, однако, гулять вечером. Вот. Дорогу, поэтому выключили освещение. Почему-то, наверное, чтобы сюда никто не ездил, не ходил, не мешал работать. Ну, техника. Техника, друзья мои, работает. Все работает. И даже ночью вот так вот стараются люди сделать наш город красивым. Находится прокуратура, и сейчас, друзья мои, мы выходим на улицу. Здесь очень красиво. Дорогу. Вот такая вот красивая освещенная улица там впереди. И вот сюда мы пойдем на реку прыгать. Так что. Я думаю, сегодня у нас очень интересно. Прогулка по хребту. Осенняя замечательная прогулка. Кто-то уже заждался ждать и сигналит. Так, дорогие мои, перейдем еще. Вечер. Машин становится все меньше и меньше. Люди расходятся по домам. Все секции спортзали
надо, наверное. Расходиться по своим домам. И гулять, гулять и гулять. В общем, если есть желание, у кого есть желание, гулять нужно. Погода замечательная, так что, друзья мои, не сидите дома, несмотря на то, что везде карантин, везде говорят, сидите дома, ну, хотя бы изредка выходите на прогулку, выбирайте время, когда на улицах поменьше народа, поменьше людей, и гуляйте, мои хорошие, в свое удовольствие, здоровья вам всем. Трудный год 2020, очень тяжелый год, поэтому всем вам здоровья, будьте здоровы и молите, переживем вместе карантин, надеюсь, что мы не будем с вами болеть. Нотариус работает, я поздно. По желанию клиента. Церковь или нет? Темновато, но видно. Сбросить осень, осень, листья сбросить. Осень, осень, листья сбросить, и наступят холода. Осень, осень, листья сбросить, и опять придет зима. Зима наступит, зима. Ла-ла-ла-ла-ла. Наступают холода. Ла-ла-ла-ла-ла.
Все мои прекрасные. Пока-пока.